что будет в новом эпизоде? Если вы не хотите, чтобы Селим причинил вред Сехер, а также если хотите, чтобы Икбаль, Зухаль и Селим покинули нашу серию, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим, сколько нас. Сможет ли Эман защитить Сехер? Какая большая опасность подстерегает Сехер? Будет ли Икбаль полностью одолена от нашего сериала? Похитит ли Сехер? Вот именно на эти вопросы я сегодня отвечу, ребята. В новом эпизоде нашего сериала Сехер будет в большой опасности. Потому что, если вы помните, Селим встречался с Кимгезом. И Селим хотел отомстить Яману. Кимгез принял просьбу Селима. И он начнет воплощать эти планы в следующем эпизоде. Это сотрудничество между нашими ребятами перевернет жизнь каждого с ног на голову. Теперь вместо Икбаль злые дела затеял Селим. Потому что Икбаль какое-то время больше не будет у нас на глазах со своими злыми делами. Потому что Яман купил билет Икбаль в предыдущем эпизоде. И он собирался отправить ее за границу. С другой стороны, Фират узнал истинное лицо Икбаль. Поскольку Фират узнал факты, он создал уголовное дело на Икбаль. Таким образом, Икбаль уедет за границу в следующем эпизоде, или Фират арестует ее и посадит в тюрьму. В результате Икбаль не будет в нашей серии до нового сезона. Но кто-то хуже, Икбаль продолжит свои злые дела. Это человек Селим. Это перевернет жизнь Селима, Сехер и Ямана с ног на голову. Селим захочет похитить Сехер и причинить ей вред. Кроме того, Селим использует Юсуфа, чтобы похитить Сехер. Селим будет играть с жизнью Юсуфа, чтобы заполучить свою любимую. Сехер пойдет в ловушку Селима, потому что она захочет спасти Юсуфа. Селим похитит Сехер в старый дом Озана. Сехер также подвергнется злу Селима. Позже Яман спасет Сехер. И Яман поддержит ее. Но то, что произошло, откроет раны, которые не заживают на Сехер. Из-за этого Сехер даже рискнет покончить жизнь самоубийством. Но Сехер в этой попытке потерпит неудачу, потому что Яман защитит ее. Сехер перегруппируется благодаря поддержке Ямана. Как только Зухаль выйдет из тюрьмы, она совершит великое зло. Зухаль будет поддерживать все свои плохие дела извне. Другими словами, пока есть опасность для Селима, с другой стороны, у Зухаль будут плохие поступки. Али сделает новые начинания в своей жизни, хотя поначалу это может быть немного сложно, Али справится с этим. Другими словами, Али сможет забыть Кирас и отныне продолжит свою жизнь. Как вы думаете, Яман сможет защитить Сехер? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Давайте посмотрим, что вы об этом думаете. В следующем эпизоде Яман будет всячески стараться покончить с Икбаль. Яман примет все средства, доступные Икбаль в это время. Икбаль останется бедной и после сегодняшнего дня, потому что Яман заберет всю компанию и акции Икбаль, а также уволит Икбаль из особняка. Но позже Яман потерпит неудачу в этой попытке, потому что Сехер и Зия захотят, чтобы Икбаль осталась в особняке. Особенно Сехер простит Икбаль, несмотря ни на что. Таким образом, Икбаль продолжит оставаться в особняке. Поначалу Икбаль не будет делать зла, потому что Икбаль не захочет собирать всю реакцию на себя. Поэтому она передохнет от своих злых дел. Сехер и Яман вздохнут с облегчением после всего зла. Даже Сехер и Яман станут ближе за это время. За это время Яман преподнесет Сехер большие сюрпризы. Сехер тоже будет очень довольна этими сюрпризами. Когда Яман удивит и увидит счастье Сехер, он забудет свое прошлое и все свои боли. Поскольку хозяйка особняка Сехер, все вздохнут с облегчением. Конечно, Икбаль, как всегда, будет сердиться на это. Даже если Икбаль пытается творить зло, она потерпит неудачу. Но Селим продолжит злые дела Икбаль. Поскольку Икбаль оставила свои злые дела, она сделает плохие дела Селиму, Яману и Сехер. Селим попытается разделить Ямана и Сехер, потому что он хочет быть рядом с своей любимой. В следующих эпизодах он похитит Сехер. Селиму, скорее всего, не удастся похитить сначала Сехер, потому что Яман спасет ее.
Но на этот раз Салим продолжит свои действия по-другому. На этот раз Салим похитит Юсуфа, потому что он не смог похитить Сахер. Так Салим сможет заманить Сахер в свою ловушку. Девушка ничего не расскажет Яману о жизни Юсуфа. Вдобавок к этому Сахер пойдет навстречу опасности. Салим, вероятно, заключит Сахер и Юсуфа в доме Озана. Яман догонит так же, как Салим причинит вред Сахер. Но на этот раз жизнь Ямана будет в опасности, потому что Яман подвергнет свою жизнь опасности. Если Яман не будет осторожен, ему грозит смерть. Как только Зухаль выйдет из тюрьмы, она совершит великое зло. Раньше Икбаль использовала Зухаль как язык, теперь Зухаль воспользуется Икбаль. Поскольку Зухаль пока не может вернуться в особняк, все ее зло будет продолжать извне. Так что с одной стороны опасность Селима сохранится. С другой стороны, злые дела Зухаль будут продолжаться. Несмотря ни на что, в сериале будут счастливые сцены. Таким образом, в конце концов, фиктивный брак нашей пары превратится в реальность. В результате, связь между Сахер и Яманом станет сильнее. Но этого брака ждут еще несколько трудностей, потому что в сериал войдут новые актеры. И с приходом этих людей жизнь каждого изменится внезапно. Участие этих людей могло нанести вред любви нашей пары, потому что этот персонаж создаст препятствие для любви Ямана и Сахер. Плохие люди, которые придут после Зухали и Икбаль, попытаются разделить нашу пару. В финале сезона голова Сахер окажется в большой опасности. Но благодаря Яману Сахер будет спасена. Зухаль также узнает о событиях Икбаль, поэтому Зухаль поможет своей сестре в эти тяжелые времена. Конечно, тем временем Зухаль выйдет из тюрьмы. И впереди нас будут более опасные сцены, потому что Зухаль снова будет объединяться с Икбаль. В этом процессе Зухаль также будет сотрудничать с разными людьми. Фактически, они не остановятся ни перед чем, пока не добьются конца Сахер. Вот почему жизнь Сахер всегда будет в опасности. В новом эпизоде нашего сериала Яман был очень расчарован, узнав правду. Но с другой стороны, Яман накажет Икбаль за то, что она сделала. Несмотря на то, что Сахер сердится на Икбаль, она подумает о том, чтобы дать ей второй шанс. Увидев эту ситуацию, Яман испугается, что его брат пострадает. Поэтому Яман не выгонит Икбаль из особняка. Но Яман подарит Икбаль адские дни, потому что он никогда не простит этой измены ни себе, ни этой женщине. Отныне Икбаль также изменит свои ходы, потому что Икбаль теперь будет больше бояться Ямана. Но она все равно продолжит свои злые дела. Фактически, на этот раз Икбаль окажется в более опасной ситуации. А мы подошли к концу этого аналитического видео, ребята. Чтобы наша серия продолжалась, вы можете подписаться на наш канал, а также поддержать это видео, поставив лайк. Увидимся в следующих видео. До свидания!